буду отправлять маленькую посылочку моей подписчице, которая присылала письмо. Значит, сюда в ее письмо я вложила свое и магнитик. Плюс я еще купила ее деткам такие маленькие гостинчики. Это пастила украинского происхождения. Сказали натуральная. И ей самой такую коробочку конфет. Не, это немецкие конфеты. У нас польские продукты продаются. Это там я леденцы такие купила. Вот, спасибо тебе за письмо. Надеюсь, вам понравится. Все, ушла. Опять я иду в Юкопе. Люблю просто так вот идти и пить кофе. Иду отправлять посылку. Все, отправила посылку. Теперь в течение 3 дней придет. Вот так вот. Вот так вот. Чем будут быть за кайтенковые? Это что? А, нет, спасибо. Вот такой прикол. И это человек метит президенту.